Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с депутатами-единороссами Совета депутатов округа проинспектировали ход капитального ремонта стационара Перхушковского подразделения Одинцовской областной больницы. В настоящее время на объекте демонтируют стяжки полов, перегородки и стояки водоснабжения. Вывозят мусор и ставят временное освещение. Следующий шаг – кладка стен. После этого подрядчик приступит к инженерным коммуникациям и отделке.